Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. И первое, что я хочу отметить, это то, что вы не задаете вопрос. То есть вот текст есть, слова в тексте тоже есть, а вопроса нет. Да, понятно, что вас беспокоит вспышки агрессии, понятно, что вас беспокоит вспыльчивость, наверное, да? Вот. Это понятно. Ну, а делать-то с этим, что вы хотите? То есть, понятно, что вы, наверное, хотите избавиться от этого. Но нужно... Во-первых, более подробно вашу историю изучить и исследовать. Во-вторых, желательно проследить за развитием ваших отношений с людьми, в частности, с родителями, например. Вот. Далее необходимо увидеть, с какого момента у вас началось это, да? То есть вот. Когда вы начали испытывать вот эти вот переживания, когда вы начали чувствовать вспышки агрессии. Понимаете? И только потом уже давать вам какие-то комментарии и, ну, что-то вам рекомендовать. Понимаете? А пока, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод. Только один, ну, в принципе, как и, по сути, любая история, связанная с вспыльчивостью, по сути, любая история, связанная с вспыльчивостью, с агрессией, она имеет схожие черты. Значит, смотрите. Агрессия возникает, как правило, тогда, когда человек, с одной стороны, не чувствует себя в безопасности, то есть когда ему не по себе, когда ему, ну, плохо, когда он видит и
чувствуют какую-то агрессию, вот, со стороны других, когда он чувствует какую-то угрозу со стороны других, вот, и так далее. То есть это означает, что вы не чувствуете себя в безопасности. Ну вот, по каким-то причинам. Или в силу ряда причин вы не чувствуете себя в безопасности. Почему вы не чувствуете себя в безопасности, это уже нужно разбирать, смотреть. Второй момент, это не выражение своих чувств. То есть, ваши чувства подавляются вами же, ваши чувства обесцениваются, ну, вероятно, вами же, и в такой обстановке, в такой атмосфере, ну, вам очень тяжело жить. То есть вы не выражаете себя. То есть что-то вы себе подавляете, что-то вы себе запрещаете, что-то вы себе не даете. Вот. Ну а в итоге это выливается в агрессию, например. Дальше. Очень важный момент заключается в том, что вы не отслеживаете свои чувства. То есть вы как бы не замечаете, когда подходит агрессия. То есть агрессию вы чувствуете, когда она уже достаточно сильная. Когда она уже прямо вот дает о себе знать, да, вы ее ощущаете. А так вот, вы ее не чувствуете. Ну просто вот вы ее не распознаете. Это говорит о том, что у вас низкий эмоциональный интеллект. Не путайте, пожалуйста, с интеллектом классическим. Вот. Классический интеллект — это совсем другая история. Вот. Низкий эмоциональный интеллект, да, то есть низкий уровень распознаваемости своих чувств, ваших чувств, не дает вам возможности, ну, значит, условно говоря, выражать свои чувства в реальном времени. Именно в реальном времени, чтобы вы это делали. Вот. То есть именно вот, чтобы вы выражали свои чувства как бы постоянно. Чтобы вы выражали свои чувства не только когда вот совсем уже все плохо, а постоянно. Вы этого не делаете? Нет. Вы себе запрещаете какие-то чувства? Да. Вы запрещаете себе чувства. Вы этого не писали, но я более чем уверен, что вы себе какие-то чувства запрещаете. И самое главное, я уверен в том, что этих чувств много. То есть вы много чего себе запрещаете. Я имею в виду из чувств вы себе много чего запрещаете. Вот.
Знаете, какая история? А это довольно-таки серьезно. Вот, это довольно серьезно. Поэтому работать здесь нужно над личными границами вашими. То есть, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы вы чувствовали, что все хорошо. Работать здесь нужно над личными границами, это первое, вот, а, значит, второе, над повышением эмоционального интеллекта, и в-третьих, это, значит, разрешение себе чувствовать, то есть отслеживание, что именно вы себе запрещаете, да, и почему, по какой причине. Вот. Ну, с этим можно и нужно работать. Вот. То есть эта работа в трех направлениях, она не сказать, чтобы такая быстрая. Вот. К сожалению. Но в целом, да, это вполне решаемо, в целом это вполне осуществимо, и в целом это даже увлекательно, если вы вот ну, если вы этим займетесь, да, если вы вот действительно прямо этим займетесь серьезно, то вы удивитесь, насколько это интересно и здорово изучать себя, исследовать себя и так далее. Но это, еще раз повторю, это работа. Если не готовы к ней, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе. И, соответственно, будем работать. С вами разберем все, поможем, посмотрим, поисследуем, определим. Вот. И это если вы готовы. Ну а если нет, то если вы не готовы работать с психологом, то я рекомендовал бы вам в данном случае почитать, например, книгу Федерика Перлза «Практикум по гештальт-терапии». Вот, значит, почитайте эту книгу, она вам даст необходимые ресурсы, начальные ресурсы для того, чтобы вы чувствовали себя, ну, скажем так, лучше, да, то есть это позволит вам увидеть свои проблемы, это позволит вам увидеть свои чувства, это позволит вам позволит вам ощутить те противоречия и сложности, которые у вас есть. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!